Дорогие мои зрители, сегодня я показываю вам новую коллекцию, новые серии своих АТС-очек, которые я сделала буквально за последние 2 дня. И сейчас я вам покажу 4 серии. И начнем мы вот с этой серии, которая 4 карточки. Это называется у меня Кармен. Такой красно-черный, желтый цвет, и украшена такими как бы импровизированными веерами. Сейчас покажу поближе. Первая из карточек сделана здесь. Значит, прежде всего я использовала бумагу, очень качественная бумага, она мне очень нравится. Вот такая недешевая бумага, очень мне нравится с ней работать. Плотная и качественная. Очень хорошие сюжеты здесь есть. И вот из этой бумаги я сделала эти карточки. Значит, основа фон. И сделана, использована вырубка. Веер. И также кружева. И самодельный цветочек, розочка. Это первая карточка. Вторая украшена немного по-другому. Расположение веера вот по-другому здесь тоже сделано. Здесь такая брошка внизу. Это вторая у нас. Третья. Здесь на бумаге бабочка. Поэтому я решила добавить тоже объемную бабочку в стиле этого фона, в стиле этой бумаги. Значит, и вот здесь тоже также веер. Расположен немножко по-другому, он уже в уголочке и тоже украшен вот так. Это третья и четвертая карточка. Вот так выглядит она. Здесь вырубка. Такая салфеточка из черной бумаги сделана. И сверху кружева. Черные и такой тоже цветочек. Это у нас серия Кармен. Свобода для обмена. Приглашаю всех, кто хочет обменяться на равноценный обмен. Сейчас я вам покажу следующую серию. Следующая серия у нас винтажная. Вот такая. Сейчас поставлю, сейчас покажу все вместе их. Здесь использована распечатка с винтажной тематикой. Здесь я сделала штампинг. Есть вырубки кое-где. Также использованы здесь кусочки вот этой бумаги. Посмотрите, я хочу показать. Эта бумага здесь рогожка, наклеена на картон. И сделаны здесь надписи. Это такая специальная бумага, которая продается, дизайнерская бумага. Очень плотная она. Для украшения использовала здесь ее. Также пуговички. И также сказала штампинг. Здесь марочки. Здесь есть на этой есть карточки ключик. Вырубка. Так выглядит это третья, вторая и первая. Винтажная, значит, такая вот у нас серия. Это у нас из 4 карточек серии винтажной. Сейчас следующее я покажу из 3 карточек серии. Это для женщин такая нежная, с кружевами, с бисером, с бусинками, с такими. Из 3 карточек состоит она. Да, я здесь хочу тоже упомянуть, что я использовала
здесь бумагу специальную из набора очень известной дизайнерской фирмы, которая называется Михайловна Грин. В Израиле она очень известная, очень популярная. Думаю, по всему миру она уже известна. Вот такие, значит, карточки. Я использовала бумагу эту, картон. И этот стиль очень узнаваемый в мире, уже, думаю, и многие наверняка знакомы с ним. И очень красиво смотрится. Вот так украшено это. Ой, перевернула это. Должно быть вот так. Да. И это первое. Второе. В центре у нас бусинки здесь такие. Жемчужинки. Другого цвета, розового немножечко. И розочка у нас по центру. И третья карточка. Вот так выглядит. Здесь подписаны не все, но название еще пока что в разработке. Надо подумать, интересно, какое-нибудь название придумать. С этим немножко проблема у меня всегда. Теперь давайте посмотрим серию, которая называется «Жозефина». Это на эту серию карточек ТС я вдохновилась, посмотрев картины известной английской художницы Жозефины Уолл. И она пишет в стиле фэнтези. И вот сейчас я вам покажу, что у меня получилось с использованием иллюстрации ее картин. Называется серия Жозефина. Решила назвать ее так по имени художницы. Сейчас я ее покажу все вместе сначала. Хотя это не вся серия. Честно скажу, что я одну из карточек уже себе сделала. Вот на такую досточку. Давайте посмотрим, кстати, ее. Очень интересные такие сюжеты с множеством деталей. Такие краски яркие. И такой загадочный фон. И здесь достаточно очень много сюжетных линий в каждой из картин. Но я взяла только частичку. Я, значит, что здесь сделала? Каждая из этой работ, каждая из этого карточек я делала сначала фон. Делала, значит, грунтовку, потом делала текстуры, текстурную пасту с шаблонами использовала. Потом алкогольные чернила, дистресс чернила и золотая краска, подрисовки, 3D краска. И вот если видно здесь сделаны такие, как жемчужинки такие, и как называют, блесточки. Давайте посмотрим каждую из этих карточек. Первая. Сюжет здесь, какая морская богиня или что-то такое, что здесь все это море, и это все она, вся это море. И тут, видимо, гроза, и что-то такое, и волосы ее как такие развиваются по ветру. Значит, здесь видно, значит, тоже текстурные все вот эти вот фон текстурный и штамп. Здесь есть тоже частички. Вот, и давайте посмотрим, это вторая вот. Прелестная девушка, которая держит в руках, не знаю, что это такое, у нее солнце или что-то, которое через пальцы просвечивает и освещает и детей, которые играют на песке и строят песочный замок. Вот такие здесь можно посмотреть украшения. Немножко добавила здесь блесточек, потому что это очень подходит к сюжету.
вообще к колориту этих картин. Это третья. Здесь она держит волка, что ли, в руке. Здесь достаточно много. Здесь, посмотрите, здесь рыба открыла вот этот рот, может проглотить кого-то. В общем, здесь у нее картины достаточно очень такие содержат большое содержательное, большое количество информации. Можешь посмотреть, смотреть очень долго на них можно разглядывать. И вот. Вот так у меня получилось. Третье. Четвертое это у меня здесь, вот я уже показала на досочке. Это пятое. Такая серьезная дама. И последняя. Прелестная девочка с в шляпке. Цветами. Вот такая серия получилась у меня Жозефин, Жозефиночки. Приглашаю для обмена. Сейчас у меня есть в наличии не только эти серии, но и предыдущие, которые я уже показывала в предыдущем видео. Я согласна на равноценный обмен. То есть, что это значит? Если это микс-медиа, значит на микс-медиа. Если это рисованные, то на рисованные, значит, ТСК меняется. Если это скраб, значит, то это будет скраб. Ну, или вот такие, скажем, женские всякие штучки. Это тоже немножко другой стиль. Так я бы хотела, принцип мой такой, меняться на равноценные вещи. Всего доброго. До свидания.